Ну что, Саня решила одеть свой новый купальничек. Оцените прикид. Вот какой красивый. Вот такой. Ну супер. Выглядишь классно-классно, Саня. Смотри, какие весы. Я смотрю. Весулечки красивые очень. Вообще купальник тебе и очень ананасы. Идет. Ананасы. Ананасы. Девочка и ананасы. Да, Саня? У нас уже все распогодилось. И солнышко светит. И мы себе очень тут... Саня тут, как всегда, в своем репертуаре. Мы не знаем, или нам не будет плохо, что мы сделали. А, и мы похулигали немножко тут с мастерами на скамейке написали. Ну, ничего, я думаю, что все будет хорошо, Саня. Ничего не там, нам никто не сделает. Ну, давай продемонстрируй нам свой купальник. Знаешь, как там авторский коллектив. Ты знаешь, бриллиантовые руки, когда... Пойдем к морю. Ну, давай. И ты переоделась, да? Да, я уже переоделась, да, мне тоже очень классно и хорошо. Давай, пока солнышко светит. Ты тоже в новый купальник. Ты тоже в новом купальнике. Нет, Саня, у меня не новый купальник. У меня только, знаешь что, у меня лифчик, ну, я в прошлом году в нем не была. У меня был в прошлом году, помнишь, такой синий. И побежала. Ну, что-то как-то вот тут так уже так. Да? Вот тут, смотри, как красиво. Давай тут ляжем. Походим. Ну давай. Класс, тут очень хорошо так, да? И тут, знаешь, такой совсем вот так, совсем-совсем классно и не холодно, и ветра нет. Ну немножко, да, задувает. Но это Балтийское море, ничего не поделаешь. Идем погуляем. Ну давай. А давай устроим как бы челлендж. Кто напишет, как это растение называется? В комментариях. Я очень, знаешь, не знаю, сомневаюсь, кто-то будет знать, что это за растение. Я знаю. Ну-ка, давай, скажи. Нет, пусть угадают. Ну, хорошо. Так ты мне потом на ушко, да? Да, шепнешь? Я, давай. Ну-ка. Ай, да. Баба, точно. Давай подсказку только скажем. Да, на что ориентироваться? Это... Одна сторона этого растения такая жесткая, очень другое нехорошо. Очень такое миленькое, тепленькое. Я могу сказать, это из родителей. Название, да, что-то. Ну да. Происхождение названия с родителями связано, да? Да, связано с родителями, так. Мне нравятся вот эти весюльки. Ну, очень-очень красивый купальничек, и тебе очень-очень он идет. Мне очень нравится на тебе. Супер. Молодчинка. Не специально? Нет. Вау, как ты выросла, Саня, за лето. Нет. За лето, я говорю, за год. Какое лето еще не прошло. Говори, мама, да? Какая ты большая уже у меня. Собери рыбу лопать. У меня первые каникулы. Кто не знает, у меня первые каникулы. Ну да, после первого класса. Очень хорошо закончили первый класс. Лучше всего класса. Да, Саня лучше всего класса закончила. Она еще двое деток, которые самые-самые-самые. Ну, которые? Мы очень гордимся ими. Ну, какие? Я знаю, кто. Эмилия и Юлюс, да? А, Юлюс, так я буду не говорить. Какой он? Ну не буду. Ну да, да. Хорошо. Давай не говори. Он розовый.